Yulia Navalnaya, the widow of Alexei Navalny, said she will continue her late husband's work in a video statement. "There should have been another person in my place, but this person was killed by Vladimir Putin," Navalnaya said, referring to her husband. "I have no right to give up. I will continue the work of Alexei Navalny. I will continue to fight for our country and I urge you to stand next to me," she continued. 3 days ago, Vladimir Putin killed my husband Alexei Navalny. Putin killed the father of my children. Putin took away the most precious thing I had. Putin took away the closest and most beloved person. In her video statement, Navalnaya also said that the deceased Kremlin critics team knows why exactly Putin killed Alexei 3 days ago and promised to release details soon. "Putin killed not just the man Alexei Navalny, he wanted to kill our hope, our freedom, our future," Navalnaya said, adding, "Today I want to be with you because I know that you have lost no less than I have lost." Привет, это Юлия Навальная. Сегодня в первый раз на этом канале я хочу обратиться к вам. На моем месте должен быть другой человек, но этого человека убил Владимир Путин. Где-то в колонии на крайнем севере, за полярным кругом, в вечной зиме, Путин убил не просто человека Алексея Навального, он вместе с ним захотел убить наши надежды, нашу свободу, наше будущее. Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея 3 дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Но главное, что мы можем сделать для Алексея и для себя, это продолжать бороться. Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас встать рядом со мной. Разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. Я обращаюсь к вам словами Алексея, в которые очень верю. Не стыдно сделать мало, стыдно не сделать ничего. Стыдно дать себя запугать. Россия свободная, мирная, счастливая, прекрасная Россия будущего, о которой так мечтал мой муж. Вот что нам нужно. Я хочу жить в такой России. Я хочу, чтобы в ней жили наши с Алексеем дети. Я хочу вместе с вами ее построить. Именно такую, какую ее представлял Алексей Навальный. Только так и никак иначе. Немыслимая жертва, которую он принес, может стать не напрасной. Боритесь и не сдавайтесь. Я не боюсь, и вы ничего не бойтесь.